Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Братан. Что делаешь? Где мои очки? Ты на меня показываешь? Да. Где мои очки? Кончились мои очки. Я не вижу ни хера. Это мои очки. Да. Спасибо. Серьезно, не видишь? Не-а. Сбоит изображение, знаешь, как? Когда это? Ну, ты поняла. Да. О, Господи Иисусе. Сейчас, братан, подожди. Сейчас. Слышь, почему ты украл мои очки? Вот он. Это ты их спрятал. Привет. Как дела? Я ищу зарядку. Где мопс? Это, наверное, самый... Ну, не самый распространенный, это вопрос, который входит в топ... В топ-5 распространенных вопросов. Где мопс? Мопс? Вот мопс. Сейчас покажу. Вот он. Дядя пес, иди сюда, дядя пес. Ну, вот и поговорили. Так, сейчас кабель найду. Чё, как настроение, братцы? Какие новости? Чё у вас нового? Любите ли вы свою маму? Хорошо ли вас кормит ваша бабушка? Что с уроками? Они же закончились. Отправляетесь ли вы куда-нибудь за город в эти выходные или где? Здорово, здравствуйте. Продался? По-моему, после выхода политических рэп-клипов слово «продался» ко мне вообще неприменимо. Где тату, которая на голове? А эта переводка была, она стерлась. Так, здравствуйте, тату. Тату – это мальчик гей, я не гей. Что оно значит? Оно значит, что ты будешь задавать вопросы, пока не поймешь, что это просто визуальное отображение какого-то смысла, который я заложил, не обязательно должен иметь серьезный понимаемый тобой контекст. Это может быть просто визуально удобно. Покажи тату на лбу. Нет. Что за тату на голове? Там драконы. Драконы в основном, это вот здесь начинается венок терновый, а вот здесь дракон, Таргариены, драконище, вот. Дима, салам, ассалям алейкум. Курва? Курва, это ты. Здравствуйте. Так. Что, у нас нет сегодня наболевших вопросов? Наплевать на голову, руку покажи. Привет. Показал? Жарко.
Да не жарко, я болею. У меня внутри жарко, воспалены все пазухи. Давай забивайся полностью. А ты скинешь меня на пигмента денег, нет? Забивайся полностью. Думаешь, это дешево? Почему ты раньше побрился? Потому что это надо было для клипа. Я думал, что это будет прикольно. Это было прикольно, но не настолько, ну, чтобы оправдать себя. Шкурка выделки стоила, но, блядь, взял по двойной цене. Ты любишь Джарахова? Я? Мы скоро поедем в Нидерланды и там обвенчаемся. В православной церкви, естественно. Почему сейчас все болеют? Потому что вирус. Вообще, однажды вирус мутирует. Вирус же мутирует постоянно. Иначе можно было просто привиться один раз, да? В детстве не болеть никогда. Вирус мутирует. Однажды вирус мутирует настолько, что противоядие будет найти, ну, сложно. Либо это будет слишком поздно, и все помрут нахуй. Это вполне возможно. Такой апокалипсис вполне реален сценарий. Ну, были уже примеры, там, птичьего гриппа, да, мы помним, как паниковали все. Ну, что-нибудь с эффектами, типа лихорадки Эбола, только передаваемая, там, воздушно-капельным путем. Когда ты в метро едешь на учебу с наушниками в ушах. Смерть. Передай привет Сабине. Привет, Сабина. Ты рэпер? Ну, блядь, если меня загружают в рэп-перископ, наверное, да. Охуенный татух, если кто-то против, шли нахуй. А мы, в общем, так и поступаем. Дима нахуя. И те, кто за, мы тоже нахуй посылаем, потому что это же ты, это твоя оболочка. Ты выбрал, ты взрослый мужик. Все решил сам. Когда батл с Соболем, блядь, понятия не имею, как ты к своему относишься? Любил. Ларин, это мое имя. Стрим каждый день, что за паранормальное явление? Не знаю. Давно с вами не общался. Вчера что-то так потусовался с вами, с пиздюками, и это, что-то, знаешь, настроение поднялось. Отдает звук, боль сильнее на голове. Нет, на голове не больнее. Глаза слезятся только. И чихать хочется. Передай привет. Передаю флекс татухой на запястье, теперь можешь официально флексить. Да мы флексим вообще-то с 2014 года. Официально я флексил с 2014 года, так что хватит. Что думаешь о Стасе, а как просто? Да норм мужик, иногда ошибается, в общем-то, как мы все. Ты копался, пил витамины и заболел. Чего? Ой. Копался? Я не знаю, что я копался. Капался. А, капался, фу, я ошибался. Чего там с батл-площадкой? Когда свадьба? Николая Соболева? Не знаю. Бля, Коля меня пригласит на свадьбу, интересно? Специально приглашенный гость, а? Да, да, я бы спел там пару треков. Видео тату будет? Нет. Даже я же не настолько тупой. Это, блядь, атрибут. Это как очки, это как кошелек, блядь, это как перстень. Ты же не снимаешь там ролик о перстне. Бабы снимают. Ну, бабы снимаем, потому что бабы тупые. Бабам, как известно, нужна от мужиков только сперма и шутки. Поэтому они думают, что это прикольно, блядь, и смешно делать ролики про свои, блядь, татухи. Не смешно, а типа, ёлку, чё я купила сегодня, чё да, да, сегодня? Чё я сделал со своим туловищем. Блядь, фейковые ЛСП Олеги. Чё ты меня вчера игнорил? Да потому что ты фейковые ЛСП Олеги. С true ЛСП Олеги я бы пообщался. Олег, привет, если видишь меня. Так, Олег знает. Маша, привет. Маша, привет. Передай привет, пожалуйста. Нет. Сия. Сия. Оля. Ла куэнто, пор фавор. Принеси мне счет, псина. Но компрендо. Это не... А ты что сидишь, слушаешь, а? Иди включи на телефоне и посиди там в кухне. Чего? Ты меня смущаешь. От тебя пахнет. Чего ты врёшь? Чистотой. Будет ли еще... Че? Не знаю, но я выходил, дождь был. Я вот промок, почему я заболел-то позавчера, я промок, блядь, ветер питерский, северный, сука, с залива, прям хуярил. И вот у меня все пазухи, он воспалил, пес. Альбом Икса выходит в курсе? Нет. Что, серьезно? А у него материал какой-то был записан? Воняет, ничего воняет, мужика всегда воняет, нормально. Минус волос на голове, в смысле минус волос? Я ничего не выбривал, блядь. Минус волосы, блядь. Давай не пугай меня так. Я в том возрасте, когда минус волосы не нужны. С
Спорим, что Ксюша голая, да? Ксюша голая. Повернута ко мне спиной. Стоит на четвереньках. Привет. Слушай, показать? А, когда у нас будет 2000 человек, я включу тыловую камеру. А, не болей. Спасибо, родной, спасибо. А, нам Ксюша рассказала, как ты ее замуж звал. Что, переводная? Да, переводная. Покажи. Нет. Посмотри сторис, блядь, зайди в сторис и посмотри, чё как этот-то, чё как урюк. Твоё отношение к смерти обожаю, видишь, у меня... А, ты хитрый сукин сын, ты хочешь, чтобы я показал тебе? Нет, блядь. Я люблю смерть, мне кажется, что это есть... Не было бы смерти, не было бы жизни. Умершее дерево, разлагаясь, дает жизнь новому. Умерший жучок будет съеден своими корешами, жучками. Так же и с людьми, так же и с планетой, блядь. Так же и с галактикой, и с твоей матерью. Сдохни. Блять, однажды это произойдет. Оля, оля, но компренда. Йоу, бой, здравствуй. Я так рад, что сегодня адекватные, позитивные ребята у нас на стриме. Я не могу немножко это хрипеть. Класс. Надо писать альбом в стиле трил теперь. Татуировка что значит? С хуй она значит, чувак? Санта-Муэрта. Тебя устроит? Дима, когда видос? Сейчас, что по-твоему? Иди на X. Это запись, чувак, это запись. Скажи что-нибудь на кошачьем. Отбрей лоб, волосы отросли. Ой, блядь. Привет. Аларин, пойдешь на митинг 1 июля? Меня не будет. Не, я еще буду в России 1 июля. 3 уже не будет. Еду снимать вам клип, ребята. Сидишь такой, ждешь клипа, я еду его снимать, понимаешь. Джонни Бой, как камбэк? Это не камбэк, это степ-ап. Пойдешь на концерт Икса в субботу? Так какое у тебя зрение? 0,75 и 0,5. Астигматизм. Разные глаза, доволен? Чем болеешь? Вирус. Давай кого-нибудь пригласим, может, на стрим? Ты что здесь лежишь? Я это уже видел. Убирайся. А вот мы сменили Wi-Fi. И снова в сети. Приостановлено интеллектуально. Ох, блядь. Привет, это кто? А, меня зовут Катя Самбука. Привет, здравствуйте. Интернет. Да, ты прав. Поправляйся, спасибо. 3 шестерки на канале. Класс. Так. Fuck you. И вас. Арабская весть. Я, к сожалению, не понимаю их. Что с YouTube Battle? Мы батлим. Мы батлим, просто не записываем, я уже говорил. Привет. Можно ли быть консерватором в современном мире? Нет. Привет, Инстаграм. Хочу от тебя котят. Давай Шаня будет разводить котят. А? Чего трясешь? Так. Что месячные уже появились, беги за тампонами, а то диван испортишь. Это мне? Что ты знаешь о месячных, пес? А, так, что на голове? Волосы. Привет, хочу выразить респект. Привет, я готов его принять. И когда тату на мошонке? У меня уже. How are you? Not bad. Любимая игра. Блять, каменное лицо. Давай взаимку, давай. Подпишись на меня, я на тебя. Все будет честно. Как относишься к YouTube Premium? Я не знаю, что это такое. Я же блогер. Ларин, ты лучший, сомневаюсь. Как YouTube Premium? Что это? Мне какие-то приходили эти сообщения от администрации YouTube. Рассылка. Вот. Но я чуть не принял участие. Ты красишь волосы? Нет, так растут.
Коля хейтер? Да, Коля хейтер. Привет, здравствуй. Есть девушка? Нет. Привет, Ксюша. Блядь, ты же против тату был, а сейчас забился. Я же не бронзовый, я имею право менять мнение, чувак. Что за хуйня на лбу сверху? Не знаю. Как Невзоров на тату... А как Невзоров на тату на лбу, блядь? Сука, я формулирую правильно, пёс. Я хочу, блядь, уебать тебя словарем. Ну как? Как? Александр Глебович меня забивал вообще-то. У тебя на голове цепь с тюрьмы, убери ее, пока мама не увидела. Мама присутствовала, когда Александр Глебович забивал мне тату. Привела. А, да, она привела. Иди к Невзорову, блядь, набивай тату. Я такой, ну ладно, что, можно. Так. Уж прости. Я там только это. Но тату настоящее. Прощаю. Переводка. Почему поменял мне не тату? Ну, мы все растем, меняемся. Обретаем знания знакомых. Осмысляем. Рост. Ленхэм, мистер Ленхэм, привет. Привет. Мужик, давно не виделись. Блядь, Никита, и ты тут. Ты норм, чувак. Бля, Иисус, что значит это тату? Нихуя не значит, чувак. Это просто визуальная какая-то деталь моей оболочки. Хацль, здравствуйте. И тебе здравствуй. Какой у тебя рост? На 3 сантиметра выше Джарахова. Тату связано с клипом. Все связано с клипом в этом мире. Все. Клип. Клип — это моя философия. Клип — это моя религия. Даже мои штаны связаны с клипом. Привет. Здравствуй. Когда третья версия с Путиным? За него будет батлить нейросеть. А похоже на цепи собственного сознания. Глубоко копаешь. Все куда проще. Как относишься к переносу сознания в компьютеры ради бессмертия? Я только за. Только чтобы была возможность типа убить его. Ну, потому что нас мозг сконструирован так, что мы можем устать от жизни, даже будучи вне тела. Я бы имел кнопку выключения навсегда. Побрейся теперь на лысо. Зачем? Можно стать гостем. Заходи, мои двери открыты для тебя, пес. Забатли с гнойным. Зачем? Тату на руке покажи. Сторис зайди. Ты чё как Иисус? Его не существовало, а я вот. Из кожи и плоти. Рипикс. Все верно. Ларин, ты лицемер. Я чё, плохо что ли? Как тебе фанфики? Не, я не настолько лицемер, сколько циник. Понимаете? Ты будешь выпускать еще клипы? Конечно. Что за дурацкие вопросы? Why Tomar Bano? Я не знаю, что это значит. Я знаю только La Cuenta, por favor. Счет принеси. Отрастишь волосики, как у Господа Бога нашего. Его никогда не было. Пореже раскидываемся словами «наш». I'm from Indonesia. О, привет. Может, скоро увидимся. А если жалкий лицемер? Нет. Коррекцию зрения будешь делать? Я что-то побаиваюсь. Меня тут драки постоянно сплошные. А говорят, при коррекции зрения нельзя, да, получать пиздюлей и махаться, и из нагрузки. А я как бы не то, что я постоянно с кем-то батлюсь, да, на кулаках, а... В моей жизни может случиться это в любой день. Почему ты всем говоришь пес? Да потому что ты пес. Найс, спасибо. Ты веришь в... Не понял. Ведь с Джараховым будет. Мы альбом целый записали. Из двух частей. Первый выйдет в этом году, второй в 2035, когда Джарахов будет президентом. Будет ли Ларин шагает? Да. Зачем тату возле волос? Чтобы понимать, сколько у меня, как сильно у меня лысеет голова. То есть сейчас вот столько примерно. Я ориентируюсь просто по ней, по этой линии. Как дела? Нормально. Когда новый ролик в процессе? Ебал гусей? Ебал. Больно было, когда набивал? Больно. Плакал.
Плакал, ревел, слезы текли. Следующие пару лет не буду реветь вообще, в принципе. Даже если умрет кто-нибудь. А почему ты ничего не читаешь, псина ебаная? Чего? Ты что себе позволяешь, пес? Вообще даже читаю. Ты знаешь Дмитрия Ларина? Придумал как-то. Я как-то придумал Дмитрия Ларина, чувак. Сгоняешь в Испанию на попугаев смотреть? Что? Каких попугаев? Алло. Любимый поэт Юрий Хованский и все его песни. Перечитываю постоянно. Как решился на тату? Твердо и уверенно. Какие проекты, связанные с криптой, будешь реализовывать? О, это очень серьезный вопрос. В формате дебильного блица я не готов говорить об этом, потому что, ну, это такой формат. А так, да, спасибо, что спросил. Будем делать. Ну, сейчас работаем с U-Source. U-Source – достаточно интересная платформа видео взаимодействия, контент-мейкеров и зрителей. Это не в июле, это еще круче. В июле вообще достаточно хорошее, но не U-Source. Есть ли смысл твоих тату? А у твоих? О, ебать, попрелся после вчерашнего замечания. Да, вот твое замечание заставило меня сегодня взяться за станок. Привет из Барнаула. Здравствуйте, ребята. Че, холодно там у вас? Что максимально повлияло на изменение мировоззрения твоего? Алкоголизм, наверное. Скоро батл с бутылоциклом. Не знаю. Что такое происходит? Как лучше ты? Кто лучше, ты или Джарахов? Лучше – это категория очень относительная. Лучше в чем? Будет тату над бровью. У меня нет бровей. Здравствуйте. Ты мразь, спасибо. Привет из Казахстана. Здорово. Хочу тебя. Жди меня. Ищу еще тебя. Да, еще хочу сишку. Какое у Ксюши зрение? 100%. Где 100, это как у сокола. У тебя где-то 2%. Кто лучше в росте? В росте нельзя быть лучше. Рост – это данность. Нельзя быть лучше из-за данности. Это татуха, реально? Да. Я болею, простите. Ладно, мне тяжеловато вести стрим, ребят. Спасибо, что были здесь. Может, в течение дня еще выскочу. Не грустите, любите своих родителей, не употребляйте наркотики, особенно химические.